Дворец школьников имени Махамбета Утемисова в Астане – один из ведущих центров дополнительного образования в Республике Казахстан. За 30 лет своего существования коллектив сумел сохранить лучшие традиции и, шагая в ногу с 21 веком, создать все условия для интеллектуального, эстетического и физического развития юного поколения казахстанцев. Более 50 кружков, студий, клубов, спортивных секций дворца посещают свыше 4000 детей и подростков. Профессионализм, креативный подход и искренняя любовь педагогов к своему делу помогают раскрыть яркие способности и таланты, заложенные в каждом ребенке. Дворец школьников имени Махамбета Утемисова хорошо знают не только в республике, но и за ее пределами. Он получил международное признание и уже много лет является членом Европейской ассоциации неформального образования детей и молодежи. Во дворце школьников для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет работают хореографические ансамбли, вокальные студии, обучение игре на музыкальных инструментах, кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театральные студии, лингвистические кружки, школьные математические игровые секции, спортивные секции. Кроме того, дворец приглашает в детский клуб развития «Еркитай» и уникальный кружок барабанщиц, выступления которого за короткое время завоевали широкое признание у жителей и гостей столицы. Обучение в кружках ведется на государственном и русском языках. Дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей посещают кружки бесплатно. Красивый дворец на набережной реки Есиль ждет вас, юные жители столицы.